Всем привет! Ну, Колин, накануне я набрала лаваша в магазине и других всевозможных мучных изделий. Нужно их использовать. Сегодня пишу мужу смс-ку. Ужинать будешь? Нет, не буду, пишет. Шаурму, говорю, будешь? Шаурму буду. Вот, решила сделать шаурму. Но для шаурмы у меня, в принципе, есть все. И салат айсберг, и курица, и еще кое-какая зелень. Но муж у меня любит этот салат с морковкой по-корейски. А морковки по-корейски у меня не было. Поэтому вот сейчас время без 28. Он минут через 15-20 придет с работы. А в 6 часов... Я бегом-бегом натерла морковки, чесночка туда и специй, и всего, что туда положено. Конечно, ей надо настояться, там не знаю, сколько времени, ночь или сколько. Но для шаурмы пойдет прекрасная такая морковка. И это будет очень-очень-очень вкусно. Все-таки себе бы я делала без майонеза. Ну, у меня муж любит посочнее. Хотя морковка и так сочная, но я ему все-таки сюда вот такого жирка немножко, конечно, добавлю. Немножко совсем. Здесь у меня кусочки курицы. Ну, я, конечно, сначала положу сюда морковку. Сверху положу курицу. Он обожает прям вот с морковкой по-корейски. Прямо обожает. И все, и заматываю. Какие-то они в этот раз коротенькие получились такие. Ну, коротенькая. Сковородку. Надо на сухой, но у меня вот эта сковородка такая не очень к ней прилипает. Я сюда добавила масло немножко. И с маслом, кстати, вкуснее, если чуть-чуть добавить масло. Так. Следующую. Два получается у меня. Два. Опять. Чуть-чуть майонезика. Морковки. И курицу. И заворачиваем. Если я делаю салатом айсберг, я вот одну сторону оставляю открытой, чтобы муж мог туда с кетчупа там себе добавить, соуса еще какого-то. А этот я закрываю. И на сковородку. Поставила на семерочку. Ну, добавлю. И все, она сейчас подрумянится с двух сторон. И готово. Добавим на пятерочку, на шестерочку, пятерку. Сковородка разогрелась. Все.
Все, ровно 5 минут. Было без 28, сейчас без 15. Вместе с подготовкой заняло у меня весь процесс приготовления. Вот двух рулетиков шаурмы. Или как он здесь называется, врап. Все, я их сейчас запеленаю в салфеточки. Муж придет и будет горяченькие кушать. Так, подготовили салфеточку. Берем одну штучку. Кладем на салфеточку. И пеленаем. Чтобы руки не пачкались, когда он будет есть. И также поступаем со второй. 5 минут. И вот такой вот ужин готов. В принципе, не тяжелый. Ничего такого жирного, кроме, ну, немножко майонеза там нет. Морковка и курица. И постный лаваш. И вот такой вот он будет хрустящий. В отличие от тортильи вчерашней. Хотя она тоже была довольно-таки хрустящей. Чебуреки были вкусные. Приятного аппетита! Муж попросил добавку. Он откусил те предыдущие. И прям аж обрадовался. Там морковку эту по-корейски увидел. Говорит, ты где взяла? Я говорю, так сделала. Съел. Я говорю, сделать еще. А есть еще? Я говорю, есть. И вот с этим сделала. Господи, с тортильей. Вот с тортильей сделала еще два. Только я их уже так замотала, не конвертиком. Вон там морковка с курицей. Ну и, естественно, вот взял. Говорит, так вкусно, пойду за пивом схожу.